Потому что самое ужасное, что я вижу на очень многих турнирах от вас, so то, что... Worst thing what he see from you on the competition? То, что, к сожалению, вы плохо учили в школе анатомию. И вы не знаете, где, что у партнерша, она тоже человек, это во-первых. Да? So the, your partner is also the, the human being. И что ходит она ногами. And she's walking by legs. А ноги начинаются от бедер. And the, legs started from your hips. И, следовательно, если вы хотите, чтобы ваша партнерша двигалась быстрее и получала импульс в ноги быстрее, то он должен быть где-то на уровне ног. Объем, мы встали, да, вот, so объем. И дальше мы начинаем двигаться в Нью-Йорк. Два, да? Объем очень хороший, я согласен. Но, к сожалению, вот отсюда, вот до сюда, это очень долго, да? А вот если вот отсюда будет, то вот здесь уже я понимаю, что я могу партнершу туда и поставить, и вернуть намного быстрее. То есть мой импульс сразу же идет к ней в ноги. What is this meeting point? Ну, смотрите, вот когда мы, например, делаем два, три, и вот отсюда, ча. Вот это meeting point. После которого, куда мы должны сейчас двигаться? So where you need to move after this point? Во, кто сказал around? Молодец. Теперь мы двигаемся только вокруг. Вокруг. И опять вокруг. И тогда получается быстро. Вам нравится введение под названием карусель-карусель, кто успел, тот присел. Да? То есть вам нравится вот это. Два, три, и отсюда. И ча-ча. Раз, два, три. Ну, классная, да? Зато смотрите, как волосы зашевелились, да? То есть мне бы хотелось, чтобы... Вот смотрите, вот что такое meeting point? Вот отсюда мы делаем смену, встретились. И вот отсюда, посмотрите, вот, мы сразу начинаем двигаться по кругу. И продолжаем двигаться по кругу, и опять продолжаем двигаться вместе. Хорошо. Какое расстояние сейчас должно быть между нами? Ну вот я тоже бы сказал, давайте так, два локтя, да, чтобы вы стояли, локоть партнера плюс локоть партнерши. Да. The band arms and it is two elbows. Поехали, двигаемся. И ча-ча, раз. Ну, то есть, смотрите, отсюда, вот представили, что партнер стоит перед вами, и партнер делает свивел. Еще раз. It will be correct movement. И вот здесь проталкиваем себя низом, да, и делаем и свивел. И тогда партнерша будет намного быстрее, и вот эта дистанция, она не нужна. Вот отсюда, посмотрите, и свивел. Во. Два, три, and ча-ча, раз, и два. Два надо было ее послать. Ну, как обычно, сначала послал, потом вернул. Два, and. Вот так. Двигаемся. Три. И ча-ча, раз, стоп. Если вам религия позволяет, расстояние между вами должно быть критическое. То посмотрите, вот сейчас она меня будет, вот вращая вот эту сторону, забирать. И посмотрите, у нас шаги одинаковые. Та-там. И дальше она может двигаться. То есть у нас количество шагов и направление одинаковое получается. Ты смотрите, еще разок, вот отсюда. So one more time, take a look. Она начинает меня забирать. She start to take it. И дальше я, и дальше она подхватывает это движение. Тогда удобно. Если она сразу сзади, вот я начинаю идти, я все равно вот здесь ее все время завалю за каблуки. Не бояться падать. Знаете, вот есть, когда на машине едешь, есть такая вещь, контролируемый занос, а вот здесь есть контролируемое падение. То есть, смотрите, если она будет падать вперед весом, она падает, а я ее вовремя разворачиваю. То есть, знаете, я просто контролирую и меняю направление ее падения. Отсюда, сюда.